Главным событием лаборатории современной драматургии нового проекта Ульяновского молодежного театра стал показ режиссерских эскизов. Первый эскиз по пьесе молодого драматурга Андрея Иванова с училища, победивший в конкурсе «Кульминация» в 2017 году, состоялся 27 октября. Его режиссером выступил Алексей Храбсков-Вольный, директор молодежного театра, актер драмтеатра. Лаборатория, она сама по себе, это эксперимент, проба, довольно безответственный и свободный, так сказать, творческий ход, когда можно себе позволить какие-то необычные решения. Это движет очень, развивает театр. Для ульяновских зрителей лаборатория пришлась по вкусу. Зрители, среди которых в основном молодежь, внимательно, с большим интересом вникали в сюжет и смысл каждого эскиза. Для многих подобный эксперимент был в новинку. В России начался настоящий драматургический бум. И просто невероятное количество людей пишут для театра, не для кино, а для театра. Такого раньше, много лет, десятков лет не было. И не воспользоваться такой ситуацией, таким подъемом было бы преступно для молодежного театра. Также в лаборатории приняли участие еще три ульяновских режиссера. Ольга Новицкая представила эскиз спектакля по пьесе «Мой папа Питер Пен», принявшая участие в драматургическом конкурсе «Кульминация» 2019 и занявшая в нем второе место. Эскиз по пьесе «Тихий свет» екатеринбургского драматурга Романа Козырчикова, выпускника курса Николая Калиды, поставил Максим Варламов. Эта пьеса в 2019 году в конкурсе «Кульминация» вошла в шорт-лист 10 лучших пьес года. Какой-то дикий, страшный и жутко смешной документальный фильм про среднестатистическую российскую семью. Невозможно смешно и горько, сказал про произведение Николай Калида. Лаборатория завершит свою работу 19 ноября показом эскиза по пьесе «Исчезнувший велосипедист» драматурга и писателя Константина Костенко, которая стала в 2019 году победителем конкурса «Кульминация». Режиссировал эскиз Александр Лебедев. По его словам, это первый психологический триллер, который реально создать в театральных условиях. Какой из эскизов станет полноценным спектаклем, решат зрители. Ирина Антонова, Даниил Сурков, новости Ул.Правда ТВ.